Городской совет Симферополя перераспределил бюджет. Изменения коснулись сферы образования. 20 миллионов рублей, выделенных профильным министерством, освоить не успевали. И чтобы средства не пришлось возвращать в федеральный бюджет, их решили направить на ремонт и благоустройство школ и детских садов. Деньги из федерального бюджета потратят на асфальтирование школьных территорий, ремонт кровель и котельных. Также планируется отремонтировать классы и закупить оборудование. Приведение в порядок лабораторных классов, которые нужны, которых у нас не было. Это первый этап ремонт. И потом, конечно, получение оборудования для того, чтобы были у нас полноценные классы физики, химии, биологии, зоологии, чтобы могли дети полноценно получать те знания, которые сегодня необходимо получить в Российской Федерации. До конца года планируется привести в порядок асфальт в 9-м детском саду, 26-й и 30-й школах. 41-й и 42-й отремонтируют крышу, а в 9-й и 54-й – котельные. Также проведут капитальный ремонт здания 18-й школы. Виталий Попач, Екатерина Наумова, Денис Тищенко. Время новостей.